всем привет! С вами Мнемон. Сегодня хочу вам показать пляж Будлац-Ривьеры. Это Плоча, куда можно приехать не только взрослым, но и детям. Будет очень интересно отдохнуть здесь. Здесь находятся лежаки и кровати, где можно взять в аренду. Два лежака и зонтик 10 евро. Есть бесплатная парковка, где можно оставить свой автомобиль. В бассейне есть маленькие, скажем так, от 60 сантиметров до 2 метров, где дети могут покупаться и вы, насладиться об этом. Три бассейна. Очень интересно здесь. Кто хочет, может покупаться в море. Сейчас, конечно, волны, и все прыгают с причала в море. Здесь находятся рестораны и бары. Можно выпить, можно и покушать. Если вы забыли пляжный инвентарь, есть маленькая сувенирница, где можно купить это все. Есть даже пляжный бар, где вы в бассейне купаетесь, и вам приносят коктейль или напиток. Это очень классно. Смотрите обзоры и пойдемте дальше смотреть этот пляж в округе. Поехали! Ребят, сувенирная лавка. Если вы забыли что-то, здесь можно купить полотенце, крем от солнца, от загара. Здесь на пляж Плоча. Здесь находится парковка. Парковка бесплатная. Машину останавливаете, оставляете здесь и идете купаться, отдыхать. Здесь находится, как нужно себя здесь вести. Находится, называется пляжный ред, правила пляжа. И нельзя с собой пикник, еду приносить. Ну, за исключением, я думаю, детей. Можно взять фруктов себе, палочек разных. Вот, ребята, смотрите, пляж, ресторанчик, где можно покушать. Места очень много, для всех хватит. Вот бассейн ниже есть, лежаки, зонтики, надувные замки, но они сейчас не работают. Вот так они выглядят. Можно покататься на скутере, но сейчас такие волны не разрешают. Да. Вот выглядит такая вот, такие вот кровати здесь есть, где можно полежать в свое удовольствие и даже вздремнуть. Отдыхайте с нами, Мнемонте.
лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои обзоры и отдыхайте с Мьемонте.